Интересно, что делает в лесу грузовик? Наверное, его тут в стародавние времена рыцари забыли. Да нет, не рыцари, динозавры. С тех пор здесь стоит такой огромный и смешной. Вот машина крутая. Не то, что это. Кошмар! Меня увидел человек! И еще должна книги читать, убирать за собой, помогать родителям. Динозавры! Катя, бабушка, в лесу динозавры! Динозавры! Что? Динозавры! Огромные динозаврище! Да что же это делается? Нет, не верю. Никаких динозавров на свете нет. Если б ты сказал, что... нашел огромный грузовик в лесу. Это бывает, а динозавров не бывает. Тот грузовик раз и превратился в динозавра. Ага, раз грузовик, раз динозавр, да? Да, правда. Да говорю же, вот такой грузовик, а потом смотрю, это динозавр. Этого не может быть. Оу, ученые бы давно это открыли. Оу, да перестань ты, нельзя спрятать динозавров в нашем лесу. Оу. Бабушка, ну скажи ему! Пошли бы погуляли в лесу, погода чудная, и брата возьмите. М? Точно! Сама все увидишь, пошли! Ну и где динозавр? Сейчас, сейчас! Не отставай! Ага, да, сейчас. Ау, динозавры! Ау! Ты, Петя, выдумщик! Сочинил какую-то чепуху? Ничего я не сочинял! Был грузовик и динозавр! Ни грузовиков, ни динозавров. Ну все, пошли домой. Ой, смотри! Держись, Ипполит! Ипполит утонет! И что же делать? Я не умею плавать. И я не умею. Динозавры! Слушай мою команду! Друзья, приступить к спасательным работам! Турбозавры, вперед! Очень глубоко! Ух ты! Этого недостаточно. Все равно еще глубоко. Yeah!
ты нас напугал. Спасибо вам. А ты говорила, я выдумщик и фантазер. Ну что ж, теперь рассказывайте. Дело было так. А почему вы одни гуляете по лесу? Вы же можете заблудиться. Но это же наш лес. Мы здесь знаем каждую тропинку, каждое деревце. Здесь совершенно безопасно. У нас каникулы, и мы живем у бабушки в поселке. А родители работают в городе и приезжают только на выходные. Давайте знакомиться. Меня зовут Катя, а это мои братья Петя и Ипполит. А как вас всех зовут? Итак, начнем! Буль! Ого! Ух ты! Тор! Ничего себе! Трак! Вот это да! Круто! И, наконец, до! Вообще-то, с меня можно было начать. Ого! А тебя? Тебя как зовут? Жир! Да, это я! Фотография на память. Это все какая-то фантастика. Просто восторг. Но как же так получилось, что про вас никто ничего не знает? Как вы прячетесь в нашем лесу? Вы же такие огромные. Покажем? Покажем! Обратите внимание, солнечные батареи. Благодаря им мы получаем необходимую энергию. Но как вам удалось создать все это? Это было непросто. Потребовались миллионы лет. И вы все время проводите под землей и в нашем лесу? А вам не скучно? Ведь мир такой огромный и интересный. Да, иногда становится скучновато. Тоскливо. Нечем заняться. И тогда мы делаем так. Буль! Турбозавры, вперед! И в таком виде мы можем ехать куда угодно. Вот здорово! Постойте, вот по городу едут машины, а на самом деле не все они машины, некоторые из них динозавры. С ума сойти! Внимание! К нам приближается человек! Нам пора!
Увидимся! Здравствуйте, Степан Петрович! Здравствуйте, дети! А вы тут где-нибудь грибы не видели? Нет, Степан Петрович, грибов точно не видели! Ну, ладно, мы домой пойдем, а то бабушка нас заждалась! Счастливого пути! В прошлом году здесь полную корзину набрал, а сейчас ни одного. А это что такое? Интересненько. Опасный момент! Удар! Гол! Погодите, не надо так! Так, Буль, ты вставай сюда. А ты, Трак, на него. Давай. Подсадите меня кто-нибудь. Куда мы его взяли? На абордаж, как пираты! Пираты? Это морские разбойники. Веселые. У них даже флаг называется «Веселый Роджер». Смотрите! А еще у пиратов есть сокровища. И они прячут клады. И находят их по карте. Вот бы мне клад найти. Угу. Пошли! Завтра у Пети день рождения. У меня есть идея подарка. Только вы... С днем рождения! Смотри, что я нашел на столе! Карту! А на ней отмечен клад! Наверное, ветром в форточку занесло. Ой, как здорово! Надо звать динозавров. Да! И будем искать сокровища! Как настоящие пираты! Ура! Так, это кусты с колючками. Надо пройти 3 пальца на север и найти там сухое дерево. Клад под ним, ясно? Чьих 3 пальца? Моих, а твоих 1.5. Ну все, вперед! Турбозавры, вперед! Где же этот куст? Ай! Вот он! Теперь 1.5 моих пальца на север! Сухое дерево! Я его видел! Вот это место! Надо копать здесь! Что-то есть! Ага, это клад! Что это? Еще одна карта? И на ней снова клад? Так, надо их сравнить. Ясно. Так. А что здесь? Ну вот, хотели тебя порадовать. А как теперь найти наш клад? Мы сами не помним, где его закопали. Знаем только, что это на озере. Так это вы придумали. Не беда, а карта не нужна, и так найдем. Свистать всех наверх! Я уже наверху!
Ух ты, остров! Настоящий! Это мы вчера насыпали. Сюрприз! Вот где-то на нем наш клад. Сейчас найдем! Там копни! Там смотрел? Никогда мы не найдем этот клад. Это то, о чем я думаю? Клад, клад, клад! Мы нашли клад! С днем рождения! Ура! Ух ты! Пиратский капитанский костюм! Теперь мы настоящая пиратская команда! Пиастры! Пиастры! На абордаж! Ура! Я лучший вратарь в мире! Игра еще не кончилась! А где мяч? Улетел! И кто пойдет его искать? Вратарь не имеет права покидать ворота. Я принесу ваш мячик. Привет, ты кто? Тобик, Тобик, ко мне! Сюда идет человек, и он не один. Турбозавры, прячьтесь! Добрый день, Степан Петрович! Здравствуйте, дети! Машины в лесу? Странно. А что это вы тут делаете? Я объясняю ей, как играть в футбол. Тобик, ко мне! Здесь все равно нет ничего интересного. Ну что ты разлаялся? Идем лучше домой. Нам сегодня еще к ветеринару ехать. Все, они ушли. Ты чего, Анки? Ты что, не видел, как Тобику до понравилось? Ну и чему вы удивляетесь? В конце концов, среди нас я самая красивая. Постойте-ка, как же я? Вы только посмотрите! Крылья, бицепсы! Вы уже посетили ветеринара? А где Тобик? Убежал! Как? В городе погнался за мотоциклистом. Я бегал, звал его, но так и не вернулся. Мы должны его найти! Конечно, мы вам поможем. Даже не сомневайтесь. Хочешь что-то сказать, Тор? В городе много улиц. Думаю, чтобы найти Тобика, нам придется разделиться. Ты прав. Турбозавры, вперед! Thank you.
Нам не удалось найти Тобика. Но ведь он же пропадет. Он такой маленький, а город такой большой. Вы слышите? Он где-то внизу. Наверное, он упал в колодец. Булитор, копайте землю. Анки, тебе придется поднять трубу. Трак, ты должен аккуратно извлечь Тобика. А ты, Дор, свети фарами, чтобы было больше света. Турбозавры, вперед! Все заняты делом, только обо мне забыли. А я, может, тоже хочу командовать. Ровнее, ровнее. Осторожно. Вот так. Внимание, исторический кадр. Собака – друг динозавра. Петь, а что тебе задали на дом? Мне нужно подготовить презентацию о динозаврах. Ха, ну это же легче легкого. Да, конечно, но я не знаю, с чего начать. Постой-ка, я придумала. Могут ли динозавры существовать в современном мире? Точно! Мы-то знаем, что могут. Вот именно! Ты можешь их снять телефоном на видео. Отличная идея! Интересно, и куда все подевались? Обычно тут всегда кто-нибудь есть. Смотри! Зер! Зер! Ха, привет! Как дела? Что нового? Да ничего. А где все? Спят. Тихий час. А ты почему не спишь? А я уже выспался. Да, не повезло. Я работаю над школьным проектом, и мне очень нужна помощь. А какая именно помощь? Мне нужно, чтобы они сделали что-то динозавровое. И я сниму их на видео. И что же? Мы будем как кинозвезды? Типа того. Хорошо, сейчас все устроим. Итак, все готовы к съемке? Да, готовы. Петя, а что именно нам нужно будет делать? Что-нибудь из того, что ваши предки делали в доисторические времена. Драться друг с другом, рычать, валить деревья. О, это когда было. Мы ничего такого не умеем. Нет, конечно. Ну не обязательно ведь драться по-настоящему. Вы же можете просто притворяться. О, притворяшки. Это будет весело. Да, да, давайте. Отлично. Кто будет первым? Мы будем. Я и Анки. Ой. Ой.
Вау, это очень круто. Ну как, вы готовы? Камера? Мотор? Ну что же вы? Мы не будем драться, правда, Зер? Драться это глупо и вообще неинтересно. И что же вы хотите делать? Ну не знаю. Мы можем сделать красивые букеты. Хм, это будет не слишком захватывающее зрелище. Придумала. Мы можем танцевать. О, это здорово. Я обожаю танцевать. Это будет самый лучший проект на свете. Ты будешь лучшим в классе. Да, благодаря вам. Ты еще не видел наш самый главный трюк. Один, два, три, четыре. Турбозавры, вперед! Да, да, я стану звездой. Миллионы просмотров! Оскар! Есть одна маленькая проблемка. Это видео нельзя показывать. Никто ж не знает про нас. Ой, мы об этом не подумали. Что же делать? Есть выход! Петя нарисует все, что видел и заснял. Зер, ты гений! Я знаю. Этот знак – остановка запрещена. Там, где этот знак, нельзя оставлять машину. А где остальные? Мы же хотели всем рассказать. Сейчас будут. Куда они денутся? На помощь! Случилось ужасное! Спасите! Зер, что случилось? Спокойно, спокойно. Зер, что произошло? Да, кстати, а где До? Так я о ней хотел сказать! Ее похитили! Она поехала в город, а там ее эвакуировали! Наверное, она не знала, что это за знак. Ее увезли как простую машину. Спокойно! У каждой проблемы есть решение. Веди нас, Зер! Турбозавры, вперед! Стой! А как же трак? Робот в городе привлечет внимание? Трак поедет с нами. И поверь мне, никто его не заметит. Видел я тут кое-что поблизости. Ничего себе! Надо точно узнать, где находится До. Зер! Уже лечу! О, вот ты где! Еле тебя нашел! Схватили, утащили. Что мне делать? Без паники, До! Суперспасатель — мое второе имя! Обещаю, скоро ты будешь на свободе! Нас никто не видит? Выпускаем трака. О, как же там тесно. Я нашел, До! Она на втором этаже. Надо сломать стену там, где она стоит. До вылезет через дыру, а потом я ее заделаю так, что никто и не заметит. Как она слезет со второго этажа?
Тут нет лестницы. Ничего не получится. Нет ничего проще. И я придумал. Мы подведем к пролому горку, и До по ней спустится. Вот, смотрите. Гениально! Трак, сними крышу и часть стены там, где стоит До. Анки, уберешь их в сторону, чтобы не мешали. Тор, Буль, вы насыпаете песок под пролом, чтобы получилась гладкая горка. А мне что делать? Следи, чтобы нас не заметили. Сюда идут! Опять стройку затеяли. Копают и копают. Клад, что ли, ищут? Тьфу! Он ушел? Можно вылезать. До, готова? Да. Так, так, хорошо. Левее, правее. А теперь надо вернуть на место стену и крышу, а еще разровнять горку. Ура! Домой! Просто не знаю, друзья, что бы я делала без вас. Друзья на то и нужны, чтобы выручать из неприятностей. Но в следующий раз не останавливайся под этим знаком. А что это за знак? Ай-яй-яй, придется тебе учить правила. А в воздухе правила не нужны. Спорим, не успеем. Нет, уже не спорим. Точно не успеем. Я так не играю, это нечестно. Летит. Уже прилетел. Вот. Что это? Пятно какое-то. Яблоко сфотографировал. Это не яблоко. Это я смотрел в телескоп и вот распечатал вам. Похоже на... Большой метеорит, это точно. Он летит в бабушкин огород. Откуда ты знаешь? Вот пятно. Оно похоже на яблоко. И размером с яблоко. Так? Ну, так. А яблоки у бабушки где растут? В огороде. А значит, метеорит упадет туда. А в огороде бабушкина тыква чемпион. И метеорит ее. Бабушка очень расстроится. Надо ее спасать. Бабушку? Тыкву. И поскорее. Какой у нас план спасения? Тюр, я знаю. Надо сбить метеорит из рогатки. Нет, не попадем. А может, заманить его в лес в ловушку? Метеорит? Он же камень. Чем ты его заманишь? Сыром? А если построить вот такенный вентилятор и сдуть метеорит в озеро?
Я понял, что делать. Пойдем со мной. Придумал! Надо сделать что-то похожее на огромную ракетку и отбить метеорит. Точно! Вот, нужна большая сетка. Мы ее растянем над огородом, а когда метеорит прилетит, то... Пяу! Вперед на поиски сетки! Вижу сетку! Около озера! Ура! Погнали! Так, давайте тут быстренько все выкопаем и перенесем. И метеорит останется в дураках. Гениальная идея! Вы что тут наделали? Бабушка скоро вернется из магазина. А тут такой беспорядок. Ну, это только на первый взгляд беспорядок. Но если не приглядываться... Верните все как было! А не то бабушка расстроится. Кажется, порядок. Скорее, надо натягивать сетку. Следуем Петиному плану. Ведь метеорит может прилететь с минуты на минуту. Правее, а теперь левее. Вроде все готово. Проверь, как там метеорит. Погоди, надо линзу протереть. Вот, у тебя тут пушинка от одуванчика прилипла. Ой, метеорит исчез. Кажется, это была просто пушинка. Метеорита сегодня не будет? Упс. Сейчас прилетит. Ловить будем? Ага. Ой, скорей. А вот и метеорит. Так, значит, Боря и Федя опять вас дразнят. Да, тетя Нора купила им робота, и они без конца им хвастаются. Вот это да! 21 век. Да, он реально крутой. Был бы у вас такой же, вместе бы поиграли. Но, боюсь, вы с современными технологиями не справитесь. Ну, это как-то некрасиво, не по-товарищески. Да уж. У меня есть идея. Трак, можно тебя попросить? Ну, ты понял меня, да? Да. Турбозавры, вперед! Я робот, меня зовут Трак. Да ты просто талант! Ай-яй, боюсь! Да не бойтесь, он не опасный! Я робот! Меня зовут Трак! Вау, он говорящий! Естественно. Это последняя модель, самая навороченная. Нам его бабушка подарила. За хорошее поведение. Он много чего умеет. Вот, посмотрите. Он и танцевать умеет. Ничего себе. Умеет делать заряд.
все поднять. Хочешь? Тебя поднимем. Нет! Да не бойся ты, все под контролем. Подожди-ка, ты не управляешь роботом. Это пульт от вашей машинки. Он что, двигается сам по себе? Да. Шум. Что случилось? А, тетя, на помощь! За нами гонится робот! Робот за вами не гонится, стоит смирно. Не этот робот, совсем другой! Огромный такой, страшный, с зубами! Я знала, что эти игрушки до добра не доведут. А вы все купи и купи. Но, тетя, он гнался за нами, честное слово! Ну, мальчишки, фантазеры. Но это же правда! Ну, ладно, спрошу Катю и Петю. Вы видели страшного робота? Нет, тетя Нора, страшного не видели. Да, Петь? Нет, не видели. Видите? Нет никаких роботов. Можно выходить. Я робот. Меня зовут Трак. А теперь нам нужно все вернуть на свои места, чтобы никто не провалился. Буль засыпает яму, Тор и Трак утрамбовывают землю. По центру поля. Мяч переходит к Траку. Он бьет. Но вратарь отбивает мяч. На этом матч закончен. Ну вот, на самом интересном месте. Пойдемте искать мяч. Найдем его и доиграем. Все за мной! А?
какие они милые. Согласен. Но играть в футбол ежом мы не можем. Давайте искать наш мяч. Подождите, а вдруг... Пойдет дождь, вода в реке поднимется, и ежи смоет. Ой, мы должны что-то сделать. Спросим у Кати, она знает все о природе. Стойте здесь, я скоро вернусь. Помощь! Там у нас мама ежиха и ежата! Их домик смоет река! Какой ужас! Показывай скорее, где они! Проблема? Если вода поднимется, то река смоет ежей. Может быть, перенести их гнездо в другое место? Их дом здесь. Нельзя их беспокоить. Но у меня есть идея. Нельзя подвинуть ежей, но можно реку. Как подвинуть? Легко! Мы построим плотину, и русло реки изменится. Турбозавры, вперед! Тор, ты выкопай канал здесь. Трак, собери в лесу засохшие деревья. Они будут нужны для плотины. Вот сюда! Здесь будет плотина. Трак, Анки, укладывайте бревна. Отличная работа! Катя, ты прирожденный строитель! Да, я все заснял! Бревна плюх! Вода течет! Это великолепно! Теперь продолжим поиски меча. А что с вашим мечом? Он улетел! Так мы и матч не доиграем! Еще как доиграете! Атакует! Удар! И вратарь отбивает! Победила дружба! Его теперь достать? Крапива жгучая. Ба! Ну когда мы скосим эту противную крапиву? И вовсе она не противная. Крапива – одно из самых полезных лекарственных растений. Вот это да! А еще из крапивы можно приготовить много вкусных блюд. Супы, салаты. Хочу! Хочу крапивный салат! Будет тебе салат. Я пошла в магазин. А вы пока можете полакомиться мороженым. Но много не ешьте, а то горло заболит. Ура! Может быть, в мороженое крапивы покрошить?
для пользы. Пока бабушки нет, мы только чуть-чуть попробуем и все. А вы руки мыли? Да. Мороженое надо есть не спеша, а то заболит горло. Что здесь происходит? А мы тут немножечко мороженого попробовали. Ребенок съел целое ведро мороженого и заболел. Что-то у меня хвост знобит. Ну вот, я же вас предупреждала. А теперь вы с Ипполитом заболели. Мы пока за помощью пойдем. А ты, если что, сразу под одеяло прячься. А что же мы с ногами делать будем? Их видно. С ногами я ничего не дам делать. Внучек, я тебе чаю с медом принесла. Ой, куда же это мои очки подевались? Я без них ничего не вижу. Ноги-то у ребенка совсем замерзли. Вон какие синие. Раз нога, два нога, три нога, четыре. Не может этого быть. Раз нога, два нога. Фуф, и померещится же такое. Выздоравливай. И прекрати кривляться. Говорите, съел ведро мороженого и заболел. Когда Зер болеет, он в дрона превратиться уже не может. Ой, что будет, если бабушка его увидит? Бежим скорее домой! Турбозавры, вперед! А мне даже нравится болеть. Все о тебе заботятся, беспокоятся. Пожалуй, я еще недельку поболею. Это вот так ты тут болеешь? Да, друг мой, я ужасно болен. Все ясно. Зеру требуется скорая помощь. Без проблем, сейчас организуем. Это вы чего придумали? Куда вы меня несете? Миллионы лет динозавры используют крапиву как целебное растение. Помогает от всех болезней. Какая еще крапива? Нет! Ну вот, я же говорил, больной сразу выздоровел. Болезнь внезапно отступила. Нашлись очки. Ну вот, теперь я опять все вижу. Нехорошо смеяться над больными птеродактилями. Наловим рыбы, бабушка сварит уху. Лично я две тарелки съем. Ха-ха, сначала поймай. И поймаю, да побольше тебя. Это мы еще посмотрим. Как не стыдно, намусорили здесь и за собой не убрали.
нехорошо. Давай найдем другое место. Нет, так это оставлять нельзя. Мы должны очистить окружающую среду. А, среда, тут столько мусора, что мы и до пятницы не уберем. Я знаю, кто нам поможет. О, привет! Вижу, вы с рыбалки, но не вижу рыбы. Мы еще не рыбачили. Там столько мусора! Ужас! И мы решили все очистить. Но нужна помощь. Карета подана. Поехали за помощниками. 32, 33, 34, 35, 35. Твоя очередь, Трак. Раз, два, пять, 45. Я победил. Ты как считаешь? И это нечестно. Я считаю, как умею. А сколько будет дважды два? Ну, где-то так 7, 8. Я так и думал. Боль, видишь, он не нарочно. Привет всем! Нужна ваша помощь. Пришли мы на пруд, а там... Вот это да! Да. Но мы с этим справимся. Мусор делится на биоразлагаемый и неразлагаемый. Это биоразлагаемый мусор. А вот это нет. Надо отделять один от другого. Био... что? Биоразлагаемый – это тот, который со временем исчезнет. Его надо собрать и закопать, а все остальное отвезти в мусорный контейнер. Трак, ты собираешь пластик и стеклянные бутылки. Боль, ты сгребаешь в кучу остальное. Тор, ты выкопаешь яму, потом вы с Анки разровняете землю. Зер, ты будешь с высоты нас направлять. А как же я? Что буду делать я? Помоги Тору и Анке разровнять место, где мы закопаем мусор. Турбозавры, вперед! Следы протектора красивые. Ну вот и все. Теперь Буль доставит все эти сокровища к мусорным контейнерам. И не забудь, пластик и стекло в разные контейнеры. А где Трак? Мы хорошо поработали, пора рыбачить. А какая же рыбалка без лодки? Трак, ты просто гений. На это плавательное средство ушло 1, 2, 5, 7, 20, 100, 500 бутылок. Теперь посмотрим, кто больше рыбы наловит. Твой вызов принят. Отлично вчера поработали. Теперь вокруг красота. А вдруг кто-нибудь опять намусорит? Не волнуйтесь, воздушный разведчик проследит и подаст сигнал. И тогда Трак сделает так. Давай, Трак! И грязнуль с их мусором как ветром сдует.
Правильно. Но сегодня последний сеанс. И ты тоже хотела посмотреть этот мультик. Нет, Петя, в кино мы не пойдем. Ну почему, Кать? Вот поэтому мы не можем оставить его одного. Всем привет. Ребята, а почему вы здесь сидите? Мы вас ждали, ждали. Бабушка уехала к зубному. Она составила сидеть с Ипполитом. И поэтому мы должны торчать тут. Не обращай на него внимания. Он мечтал пойти в кино. И теперь дуется на весь свет. А разве вас не может заменить кто-нибудь? Кто? Ну, например, я. Я знаю малыша, он ко мне привык. Тогда подмени нас на пару часиков, хорошо? Мы скоро вернемся. Ипполит! Ипполит! Ой! Что такое? В чем дело? Дети! Можете не прятаться, я не сержусь. Держите свой мячик. Ипполит! Ты чего? Тебя же могут увидеть. Я не уследила за ним. Он пропал. Что? Только без паники. До, зови на помощь остальных турбозавров. Ипполит не мог уйти далеко. Его нигде нет. А он не мог спрятаться в доме? Мы там уже везде посмотрели, Буль. Ума не приложу, куда он мог деться? Ипполит уехал на машине с тетей Норой. Держись, Ипполит! Мы догоним их. Мы ведь даже не знаем, куда она едет. Значит, нам придется разделиться. Трак, ты не можешь помочь во время погони. Так что возвращайся в лес. Все самое интересное будет без меня. Ты тоже остаешься. Вдруг бабушка вернется до того, как мы найдем Ипполита. Турбозавры, вперед! Ты чего, Тор? Дорога перегорожена. Она не могла тут проехать. Ну вот, теперь колесо придется менять. Смотри, Анки, это же машина, которую мы ищем. Вот они обрадуются, когда мы им доставим машину с Ипполитом. Привет! А мы нашли машину с Ипполитом. Ой.
Вам придется вернуть машину на место и замените спущенное колесо. Да, мне нужно заменить колесо. Уже не нужно. Алло, у меня угнали машину. Ой, уже не угнали. И даже колесо в порядке. Ну, чудеса. Жаль, что дождя давно не было. Цветы сохнут. Бабушка, смотри, какие тучи. А? Дождь обязательно будет. Ой-ой-ой. Это не просто дождик, а настоящая гроза. Петя, Катя, давайте скорее в дом. Нет, сначала надо собрать все яблоки. А? Ты прав. Иду, иду. Чего? Гром — это всего лишь звук, его не следует бояться. Вот молния — совсем другое дело. Потому что это неуправляемое электричество. Молния может вызвать пожар и нанести вред человеку. Мы в школе проходили. По-моему, гроза уже кончилась. Пошли гулять. Постой! Мне кажется, я вижу, как в лесу что-то горит. Где? Посмотри, туда совсем недавно молния ударила. Бабушка, лес горит! Сейчас позвоню пожарным. До приезда пожарных надо попытаться остановить огонь. Ты прав, но мы не справимся с ним в одиночку. Поэтому вся надежда на наших друзей. Нам нужна ваша помощь, чтобы остановить пожар. Задача трудная. Трудная, но нет ничего невозможного. Тут находится пруд. Если провести канал вот так и заполнить его водой, огонь не сможет идти дальше. А что, если твой план не сработает? Огонь может приблизиться к городу. Надо предупредить людей. Бери до и объезжай соседей, чтобы они были готовы, если потребуется эвакуация. А мы займемся каналом. Турбозавры, вперед! Тор и Буль, вы копаете канал. Ты с этой стороны, ты стой. Здесь много валежника и сломанных деревьев. Если на них попадет хоть одна искра... Трак, собирай валежник. Анки, увези стволы подальше от огня. А мне что делать? А ты следи сверху, куда движется пламя. Ветер дует в нашу сторону. Огонь уже близко, на северо-востоке. Где, где? Трак, не отвлекайся. Спасибо, Катя. Я приготовлю все на случай эвакуации. Мы уже все приготовили. Значит, пожар, да? А я даже яблоки собрать не успел. Ладно, чего уж теперь. А ты молодец, что ходишь и всех предупреждаешь. Правда молодец? Хвалю! Это на всякий случай. Может быть, пожар все-таки удастся остановить.
потому что мы команда. Команда друзей. Какие кадры! Какие получились кадры! Огонь, дым, все канал роют! Только меня на них нет. Ну да, ты же снимал. Так, а вот и пожарный! Сейчас все потушат! Надо успеть!